What do you think about Ukrainian marriage agencies? I think it's a scam mostly. And why? Because a lot of girls want to get money and that's why. What beautiful Ukrainian women think about Ukrainian marriage agencies? Today I will ask our ladies their opinion about marriage agencies and would they like to join it. Hi guys, my name is Anastasia and welcome back to Ukraine Life. Guys, do me a favor, subscribe to our channel simply clicking on the subscribe button lower right under this video. So you'll never miss our new live episodes, which we are doing for you every Saturday and Sunday at 10 a.m. Eastern Time. First snow in Sumy! I am really excited about this, like a little girl, because I like snow so much. I have birthday in winter, so I think it's my favorite time of the year. So guys, join me on this video and we will know ladies' opinion about marriage agencies in Ukraine. Follow me. Would you like to marry a foreigner? I think no. Why? Because I like Ukrainian boys. I was in Spain and I didn't like foreigners. Okay. And Ola, what do you think about Ukrainian marriage agencies? I think it's a scam mostly. And why? Because a lot of girls want to get money and that's why. And would you like to be a part of marriage agency? I think no. Okay, thank you, Olya, for your answers. Have a great day. Thank you. Вы когда-нибудь задумывались, хотите ли вы выйти замуж за иностранца? Никогда. А почему? Это не моя картинка. У нас очень много славянских мужчин. Вот это наша история, и я считаю, что не надо путать Божий дар с яичницей. А ваше мнение? Я згодна повністю. Якщо я не буду згодна, я буду щось додавати. Добре. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к украинским брачным агентствам? Я слышала, да, многие, скажем так, свои судьбы находят, вот, но у меня нет опыта в этом вопросе. Если решаются вопросы людей через эти брачные агентства, то почему бы и нет? Все имеет право существовать. Какое ваше мнение по поводу брачных агентств? Негативно, мне это не подобается. Вы бы хотели быть частью такого брачного агентства, чтобы найти свою судьбу? Нет. Спасибо вам большое, прекрасного вам дня. Конечно, задумывались, но нет. Почему нет? Разные менталитеты, привыкать долго, нет. А какое ваше мнение про украинские брачные агентства? Я даже про них не могу ничего сказать. Не интересовались, не знаю. Хорошо, а такой вопрос, хотели бы вы стать частью брачного агентства? Чтобы найти свою судьбу. Наверное, нет. Почему? Нет, мы задумывались, у нас друзья есть, которые интернациональные семьи. Меня подружки затаскивали, но не знаю, как-то все никак. Какие-то сомнения или почему как-то? Почему сомнения? Ну, потому что все обычно говорят, вот брачное агентство, зачем тебе туда переться? То есть как клеймо какое-то, да? Да, есть такое. Хорошо, спасибо за ваши ответы, хорошего дня! Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы выйти замуж за иностранца? Нет. Почему? Ну, я считаю, что иностранцы и мы очень сильно отличаемся в плане каких-то вопросов, там, в отношениях и, в принципе, как-то распределение обязанностей по быту, в плане денег там тоже, поэтому, ну, повстречаться может, да, но именно какие-то серьезные отношения, я не вижу в них смысла. А какое ваше мнение по поводу украинских брачных агентств? Я не знаю.
Ну, слышали. Мне кажется, это странно. Ну, типа, если человек изначально выставляет себя на какое-то брачное агентство, он, ну, хочет построить отношения уже рассчитывая на какой-то, может, денежный момент, там, на какую-то прибыль. Поэтому, ну, иностранцы, может, и ведутся на это, но они понимают все равно, что, типа, девушка, ну, не хочет там каких-то суперсерьезных отношений, или если и хочет, то только ради денег. А вы хотели бы стать частью брачного агентства? Нет. Что, спасибо вам большое за ответ, Настя. Хорошего вам дня. Спасибо. Задумывалась. Я думаю, все задумывались. И какие ваши мысли по поводу этого? Неплохие мысли. Есть варианты даже так. Это прекрасно. Все размышляем. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про украинские брачные агентства? Ну, хоть в общем, ваше мнение. Не знаю, я не была связана с этими брачными агентствами. Слышала, знаю. Подружка как-то там была в этом брачном агентстве, но ничего не сложилось. Хотя у некоторых как-то все сложилось. Угу. Кому как повезет, наверное. А вы хотели бы стать частью такого вот брачного агентства, чтобы найти свою вторую половинку? Не знаю, нет, наверное. Ну, есть другие возможности познакомиться с иностранцами. Сейчас это не проблема. 21 век, так сказать, интернет и так далее. Это несложно. Познакомились, пообщались, встретились. Хорошо, Оль, спасибо большое за ответы, хорошего дня вам. Спасибо и вам также. Нет, не задумывались. Нет. А почему? Есть молодой человек, и поэтому, в принципе, даже вопрос по этому не стоял. Ну, больше симпатия к нашим мальчикам. Хорошо. А какое вот ваше мнение про украинские брачные агентства? Может быть, вы слышали там от знакомых, либо просто у вас какое-то мнение есть? Что вы об этом думаете? Может, людям, в принципе, и помогает найти свою половинку, но, в принципе, у каждого свое мнение, поэтому, ну, точно сказать об этом я тоже не могу. Я думаю, может быть, и да, но очень мало, скажем, чтобы это было вот, действительно чувство, возникли в итоге. Может быть, и да, но очень маленький процент. Вот если бы вы были одиноки, вы бы хотели стать участницей такого брачного агентства, чтобы найти свою вторую половинку? Ну, вообще, нет. Нет? Нет. Мне кажется, ну, если так вот задуматься, вдруг бы, щось бы. Может быть и да, но це смотря в якому возрасті. Якщо б вже я була постарше такого возрасту, вже знаєш, що так от, да, навірно б да. Або коли вже як би от безнадіга є така, що от вже не знаєш, де знайомитися, нічого не виходить, такого от варіанту, тоді вже да. Тобто нічого тут такого я не бачу. Ну. Хорошо, прекрасно. Спасибо вам большое за ответы, хорошего дня. So guys, as our story showed, Ukrainian ladies don't mind marrying a foreigner. But they are afraid to join marriage agencies because of their friends' bad experience, some bad reviews about marriage agencies. But first of all, they don't want to be a part of big scam. Our ladies can join marriage agency only by word of mouth. If they were referred to this marriage agency by their friends or relatives who had success with these marriage agencies. So, lady can trust this matchmaking agency. I hope, guys, you enjoy my video today. Please put some comments below this video. Maybe you have some topic that you would like to discuss with me. And of course, don't forget to subscribe to our channel. Simply click into the subscribe button lower right under this video. Click on notification bell button to not miss our new videos, which we are doing for you every Saturday and Sunday at 10 a.m. Eastern time. Thank you guys that you were with me today, and have a great, wonderful day. Bye-bye. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her?
Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine, a lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guaranty Reviews.